Чужой. Карантин. Транспортный корабль «Бородель». Людей на борту 23 282 человека. Курс 16 месяцев от Земли. Нам нужно выбираться. Эй, успокойся. Мы в безопасности. Помнишь, что произошло? Не все. Я вырубился. И я... очнулся на спасательной палубе. Этим утром произошел инцидент. Мы думали, что у нас все под контролем, но... Что за херня? Погоди, инцидент? Мы могли заразиться? И я не уверена. Этот организм, он... Оно имеет уникальный цикл распространения. Нужно что-то делать. Успокойся. Нет, ты не слушала. Проверю. Сейчас же. И я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро двигался. Они... Команда? Нет! Только не мы! Эти ублюдки что-то сделали! А потом началось! Это бессмысленно. Оно не могло уничтожить корабль. Мы пытались восстановить карантин. Это они взорвали его. Так и было? У нас не было выбора. Они распространялись очень быстро. Оно в нем? Верно? Мы должны убить его. Нет. Что ты делаешь? Что ты, черт возьми, делаешь? Ты ничего не видела? Если бы видела, то... Любой из нас может быть носителем. Мы думаем, что она влияет на память. В таком случае я буду присматривать за тобой. Стой, мы не будем убивать друг друга. Ты не видела то, что видел я. Не видела.
Дыши! Помоги мне! Нет, не делай это! Посмотри. Это потрясающе. Открой дверь. Я не могу. Мы должны сохранить это. Ты конченая сука! Приготовься к стыковке. Надпись на стекле. Не открывать.